Друзья, всем огромный привет! Вы на канале «Делай сам» и с вами снова Алексей. Если не подписаны на канал, подпишитесь прямо сейчас. Сегодня мы с вами сделаем отличный состав за небольшие деньги. И можно сделать самому. Конечно, состав известен, уже может быть кто-то и видел, кто-то пользуется таким. Но все же я покажу, так что давайте посмотрим ролик. Поехали! Для начала нам понадобится пластиковый стаканчик, он 200 миллилитров. Возьмем керосин, можно white spirit, но керосин он более летучий, более проникающий, вернее, такой более жирный. Его даже используют для проверки сварочных швов. То есть он лучше подойдет, но можно и white spirit, если есть. Нальем 150 миллилитров. Опять примерно на глаз, можно так сказать. Вот так вот. Теперь еще один стаканчик. И нальем моторного масла. Любое. В моем случае 5W30, которое есть под рукой, которое можно купить. Его нам нужно будет 1/4. Это где-то 37,5 мл. Но это будем делать при помощи шприца на 20 мл. Ну, опять же, тоже на глаз. Больше, скажем так. Вот. 20-ка. И еще 17 с половиночкой. Вот так вот. У нас почти получилось 200 грамм, 200 миллилитров. Хорошенько перемешиваем. Так, по запаху как ВД-40. Это проникающая жидкость получается. Друзья, а все товары, которые использую в ролике, можно приобрести, не выходя из дома, а прямо с компьютера или с телефона. Для этого заходим на Мегамаркет и выбираем необходимые товары. Marketplace Мегамаркет – это онлайн-площадка, где собраны товары от электронной и бытовой техники до продуктов питания, одежды и ювелирных украшений. Здесь можно купить зарубежные товары с бесплатной доставкой. Вы спросите, почему я вам об этом говорю? Так тут все очень просто. Онлайн-шоппинг на Мегамаркет – это удобно и выгодно. А тем более сейчас действует акция. Повышенный кэшбэк до 70%. Бонусами Сберспасибо. В честь Черной Пятницы. Затем этими бонусами можно оплатить до 99% от стоимости следующего заказа. А также воспользоваться промокодом на первую покупку Мегаремонт на 1500 рублей. При первом заказе от 5000 рублей до конца ноября. А главное, эти акции плюсуются. То есть повышенный кэшбэк и промокод работают вместе. Я вам сейчас покажу на примере себя. Я ранее уже положил в корзину товары, вводим промокод МЕГАРЕМОНТ и видим минус 1500 рублей. Друзья, внимание к себе и близким важно, а Мегамаркет с этим помогает. Переходим по ссылочке в описании. Это проникающая жидкость получается. Ее надо как-то использовать, но для этого нам нужно использовать какую-нибудь тару. Закачивать будем вот в такой вот баллончик. Это многоцелевая проникающая смазка. Она пустая, у меня кончилась уже. Ну и смотрим здесь состав. Состав у нас керосин. То есть керосин мы с вами... Петролатум. Это у нас вазелин. Его добавлять я не буду. Нефтяное масло, полимеры бария. Не знаю, что именно, какие конкретно. Отдушка и жирный углеводородный газ. В общем, вот этот баллончик сейчас будем запускать. Главное, чтобы он был пустой. Так, каким же образом нам это сделать? Все очень просто. Возьмем дюпель-гвоздь в 6-ку. И отрежем от него небольшой кусочек. Я вот так вот прям. Вот так. Надеваем на наш шприц. Плотненько заходит. И у нас он получается хорошо, плотненько насаживается вот сюда. То есть у нас вот такой эффект будет. Ну давайте попробуем. Закачать. Как видите, прям все прекрасно заливается в баллончик. Ну и последний шприц полностью не буду заливать. Я думаю, нам будет достаточно. Вот так вот. Так, ну и теперь пропан. Снимаем вот этот наш переходничок.
Он также на пропан хорошо. Вот так вот, видите? И берем теперь наш баллончик вот таким вот образом. Слышно, да, как заходит газ? Ну, я думаю, этого будет достаточно. Всегда можно добавить. Одеваем колпачочек. Попробуем сейчас пшикнуть наш стакан. О, как шикарно. Трубочку. Но. Вот таким вот образом. Самое хорошо будет видно на бумаге, как, какой насколько жирный получается состав, да? То есть раз. Сразу бумага промокла. Плотная бумага. Я бы не знаю, вот здесь бы как-то попробовать. Ну давайте вот так вот нашу гаечку сейчас капнем и посмотрим, проникает ли эта смесь по резьбе. Вот так вот, просто чтобы даже не пролилось. Друзья, не трогал ничего, просто уже смотрю, на крышке ничего нет. И вот смотрите, какая картина. То есть у нас реально по ржавчине проникло. Во. Так, ну я сейчас прям капну немножечко, опять же, этой же жидкости наш флакончик. И мы просто оставим и на ускоренном потом посмотрим. Ну, вы все видели, как хорошо проникающая жидкость проходит. С двух ракурсов я это записал. Так что, друзья, у нас получилась с вами вот такая вот дешевая проникающая смазка своими руками. Можно сэкономить огромное количество денег, там, да, ресурсов, зачем покупать, если можно сделать самому. Ну, необходимые ингредиенты прикупить, и все, и делается все очень просто. То есть у нас такая вот хорошая смазочка. Причем, да, здесь 200 миллиграмм практически. И этого надолго хватит. А результат я вам наглядно показал. Все видно, как она хорошо проникает. Друзья, ну вам хочу сказать огромное спасибо, кто смотрит, кто поддерживает. Я надеюсь, ролик был вам полезен и интересен. Напишите в комментариях, кто пользуется таким же способом. Или вы же все такие, кто покупает чисто в магазине вот готовые составы. Мы же все-таки экспериментируем и делаем, пытаемся сделать все сами. Я надеюсь, вам понравилось. Если да, палец вверх. Напишите обязательно комментарий, поддержите. Ну и как всегда, все полезные ссылочки в описании под роликом. Переходим, смотрим. Вот, в общем, вам всем крепкого-крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.